Ну, еще один анекдот про Вовочку. Вовочка поздно возвращается домой, а мать у него спрашивает: «Вовочка, почему ты сегодня так поздно вернулся домой?» «Да, мама, вот в школе мы полы красили, и наша учительница прилипла к полу краски. Ну, вот мы ее всем классом и отдирали». Мать такая: «Ну что, отодрали ее?» «Да, отодрали, отодрали. Каждый уж по два раза отодрал».